наш колодец с водой. Сюда вчера прокопали траншею до самого дома. Пора уже. Вот, какой длиной еще не знаю. Макс говорит 40 метров. Вот. Глубина, наверное, 2 метра. Вот тут земля. Больше глины, конечно. Будь здоров! Ну, слышь. Вот она какая глубокая. Не знаю, тут видно, не видно. Вот горы глины, которые накидали. Наши луговые цветы засыпали. Ну, ладно, что делать. Траншея нужна. Наше дерево хорошо не повредили. А то Алексей уже оторвал у него ветку. Так, там Овик выкапывает уже около дома, потому что трактор там не работал. Это было опасно. Он вручную выкапывает. Там закопана труба вроде бы. Вот ее сейчас раскопает, он 50 метров там смотано. И ее проложат до колодца. Но здесь, там, где он стоит, еще не до конца прокопан, потому что он сам небольшого роста. Вот. Если бы он стоял где-нибудь вот здесь, то его бы не было видно. Вот здесь у нас будет водоснабжение.